погнали. Мог и за дом камея рады. Ну что, тяжко. Да. А ну-ка. О. Тяжелые будни шеф-повара. Да. Да ну и да, форматаж. К могильным кусты. А? Ну, да, да. А то уже это очень место будет. Посмотрим.
нас все почти готово. Вкусно, тысяча. The wine you drink, the wine you cook. Черный перец и немножко красного перца. Хватит. И перемешаем. Виктор Сергеевич, я думаю, что наше мясо готово. Нормально. И угли обратно. Мясо. И давай приступим. Посмотрим, что у нас получилось.
очень вкусно. Кусок этого мяса лучше, чем 1000 слов. Такого мяса не скушаешь ни в одном ресторане Парижа. Отрицать не буду. Он уже с вилкой в руках сидит. Вкусное мясо в лесу, в старом лесу. Сделано на огне. С глотком красного винца, красного сухого. Это нечто. Конечно. И приготовил это самый талантливый повар всех времен и народов. Шеф-повар. Шеф-повар всех поваров. Времен, там всех времен и народов. Ау. Даже сам крыс этот из Рататуя ему завидует. Позвонили с Кишинева, сказали, что там началась метель, пурга, я бы даже сказал. Прям как зимой. Мы успели это все приготовить, прежде чем это все до нас дойдет. Не знаю, если дойдет, этой пурге нужно преодолеть 200 километров от Кишинева до нас. Я думаю, мы успеем собраться и домой еще идти. Я не смогу, нет. Давай посмотрю здесь. Идут по идее мы пила массы. Требуется сум лакшнос выткан по документу. Угу. Почему ты хочешь мэр мы? Я смогу винить, нет. Mm. Ну, вообще, мы имеем план на мультим. А мы же с нас на бандуне. У нас ребенок. Вот так вот. Вот так вот. Отрази прямо, вам еще есть. Тяжелая эта мина. Тяжела бомба. Пора перекусить прямо у моста. Остановимся. Опа. Вот так. Кто еще так может? Посреди поля кушать. Угу. Как психи. Нашел пирожок, съел чуток, да? Съел его чуток. Бескрайние молдавские поля. Пора в путь дорогу.